Я помню, что я в числе других выскочил из траншеи и вместе с солдатами побежал в атаку. Вы знаете, термин существует такой «пошли в атаку». Вы знаете, в атаку не ходили, в атаку бежали с криком «Ура!». Я, кажется, опомнился только тогда, когда была нами взята первая траншея немцев. И мы ворвались в траншею и начали огнем и гранатами работать и налево, и направо, и впереди. Вот тогда только, кажется, немножко сошло напряжение.